Друзья мои, всем привет, всем огромный привет! Ну что ж, у нас с вами сегодня очередной обзор на канал «Семья Колесниковых». Мои хорошие, будем с вами обсуждать последние сводки с полей. Напоминаю вам о том, что у меня появился телеграм-канал, ссылочку на него я обязательно закреплю в комментариях. Ну а также своим хорошим, добрым зрителям хочу сказать спасибо за ваши лайки, за ваши подписки, за ваши хорошие, веселые, добрые, смешные, интересные комментарии. Ребят, огромное спасибо за хорошие, теплые комментарии. Ну что, собственно, Лехе я сегодня хочу сказать тоже спасибо, да, мои хорошие, не закидывайте меня помидорами, хочу сказать спасибо Колесниковым за то, что сегодня они выложили, ну, относительно, я бы сказала, рано свой киношедевр. А то я смотрю, последнее время они вообще уже обалдели и в 12, и почти в час ночи выкладывают свои вот эти вот ролики. Лех, вы что там, совсем того, ну да. В общем, ладно, друзья мои, ролик опять начинается с того, что Светик у нас все дело снимает, демонстрирует, ну и рассказывает о том, как же папа Леша, Лешек, ласково она его так называет, да, как папа Лешек, там бедный несчастный, упахивается на ниве домашнего хозяйства. Лешек, говорит, установил зеркало, да-да, вот такое большое зеркало, а также полотенце-сушитель. Ну что ж, понятное дело, тяжела и неказиста жизнь Алёшки. Да, очень тяжело, очень сложно, как говорится, пожелаем ему удачи. Далее Светик уже сидит на кухне, друзья мои, довольная и счастливая, представляете, мать семерых детей, да, вот не дать, как говорится, не взять, проблем, забот, хлопот абсолютно никаких. Говорит, привет. А я сегодня, говорит, ничего не готовила, а у нас сегодня все есть. Ребят, ее как не послушаешь, у них постоянно все есть. Вот смотришь, готовит с Гулькин нос, да, приготовит так, что, ну, основное блюдо там вообще всем по чайной ложке, да, или исключительно понюхать. Но что касается гарниров, так и гарниры готовит в маленьком количестве. Понятное дело, визуально, когда на все на это смотришь, понимаешь, что на всех, конечно же, не хватит. И зачастую они говорят, ой, приготовили, опять мало было, не наелись, там начали готовить еще и так далее. А тут прям наготовила, представляете, как на Маланьину свадьбу. Ну что, хочется сказать, свяжу предание, довериться с трудом. Далее. Рассказывает о том, что она, значит, вызывала врача Ефрему, про то, как Ефрему, значит, не здоровится и так далее. Ну и про все вот эти болезни, болячки, про плохое самочувствие и так далее. Тут же смотрю, не успела Светка открыть свой рот, как Дарина начала кривляться. Да, давно не видели, как говорится, как кривляется Дарина. Вот только-только сегодня мне кто-то там в комментариях написал по этому поводу. И бац, Дарина начала кривляться. Взяла вот эту насадку на швабру. Друзья мои, кстати, пару недель тому назад, увидев, да, не помню, может, не пару недель, может, 10 дней тому назад, но не суть важно, это не имеет никакого значения, это не ценная информация, да, но я озвучила, увидев брошенную грязную тряпку, которую Светка сказала, это вот тряпка мыть полы, Настя будет мыть полы и так далее, я сказала, боже, да как такую тряпку можно вообще в руки взять, это страшно брать такую тряпку, непонятно, что с ней делали, да, она непонятного цвета, как будто на эту тряпку вообще в туалет ходили, или понятия не имею, что там делали, и я сказала, Свет, сейчас такое великое множество и разнообразие швабр всяких разных, с насадками. Кстати, я вот такую вот швабру имела в виду, я такой шваброй пользуюсь уже миллион лет. Разные насадки просто покупаешь, да, ну и швабру я уже не одну сменила такую, да, но вот эта швабра мне очень-очень нравится. Покупаешь только разные насадки, да, в зависимости от того, что ты моешь, там стены моешь, да, или полы ты моешь, или еще что-то где-то там ты протираешь и так далее, и все, как говорится, проблем нет никаких. И вот когда я сказала пару недель тому назад, видимо, Леха меня услышал, потому что Светик озвучила, что именно Лешка поехал выбирать швабру. Представляете, даже выбирать швабру. Лешка не доверил швабру выбирать Светику.
Ну да ладно. А молодец, прислушался, да, сдвиги есть, как говорится, садись два. Ну и в этот момент, когда Светка начинает рассказывать про то, что у них там происходит, Ефремка, бедненький, несчастненький, заболел, да, у Светки все как всегда, еда готова, полным-полно, готовить больше не надо, в этот момент мелкая уселась рядом, начинает кривляться и схватила вот эту насадку, вот эту вот тряпку, да, ну, грубо говоря, тряпку по большому счету, и начинает грызть эту тряпку. Светка делает ей замечание, мелкой пофиг веники. Вы знаете, она как ненормальная. Вот я на нее смотрю, и она мне напоминает, честно, вот какую-то героиню какого-нибудь, знаете, такого ужастика, когда, вот знаете, в нее вселяется какой-то злой дух, да, и вот это вот, да, когда вызывают экзорциста, друзья мои, вот мелкая сидит, волосы у нее, значит, вроде хвостик, ну, какие-то прятки выпали, и она трясет вот так своей башкой, вот это трясет как ненормальная, хватается зубами в эту тряпку, трясет этой швабры. Боже мой, ребят, я со стороны посмотрела, думаю, мама родная, это, ну, ненормальная ситуация. Тут вот посмотришь и сразу скажешь, дурка плачет. Я, конечно, понимаю, что придут защитники. Напишут, ну, как так можно? Ну, это же ребенок, ребенку будет там в марте месяце 7 лет и так далее. Слушайте, я что хочу сказать? Вот опять же, Колесниковы прекрасно видят то, что выкладывают на всеобщее обозрение. Если они понимают, какая будет реакция, да, они, собственно, специально это и делают, и ждут реакции, да, поэтому они дождались моей реакции, я высказала, что со стороны это смотрелось просто ужасно, да, потом Дарина пойдет в школу, потом это будут смотреть ее одноклассники, будут ее, опять же, обсуждать и так далее, и тогда уже у Дарина, возможно, будет заливаться горючими слезами, друзья мои, ну, а сейчас ей смешно, папка ее поджуживает постоянно, давай, кривляйся на камеру, чего хорошего, скажите мне, пожалуйста, ну кому приятно смотреть на вот эту вот обезьяну, которая ведет себя ужасно? Я понимаю, что она ребенок, но опять же, кто несет ответственность за этого ребенка? Я? Нет. Вы? Нет. За этого ребенка несут ответственность ее родители, да, ее законные представители до ее совершеннолетия. То есть ее мама и папа. Какого черта ее мама и папа позволяют выкладывать ее в таком, да, ужасном виде на всеобщее обозрение? Все очень просто. Папа с мамой, особенно папа, да, пилит контент, поэтому денежки не пахнут. Поэтому Лешке все это исключительно на руку. Но опять же, да, это все понятно. Кто в этой ситуации пострадает больше всего? Конечно же, Дарина. Естественно, Дарина. На следующий год Дарина пойдет в школу. На следующий год, да, ну, я имею в виду, вот в следующем году, там, 1 сентября Дарина пойдет в школу и, собственно, узнают о том, что она, да, дочка блогеров, будут смотреть, будут тыкать в нее пальцами, и мы тогда посмотрим дальше развитие событий. Будет все то же самое, что и у остальных детей Колесникова. Короче, Лешка делает на этом контент, делает на своих детях деньги, и плевать, как к этой ситуации будут потом относиться одноклассники детей, да, смеяться, надсмехаться и так далее, плевать ему в первую очередь на своих же собственных детей. В общем, Дарина ведет себя ужасным образом, просто ужасным, ребят, это какой-то кошмар, сидит как куку, я говорю, эти волосы в разные стороны, знаете, вот прям как действительно какая-то сумасшедшая из палаты номер 6, да, трясет этой шваброй, ребят, тут же, значит, трясет волосами, трясет шваброй в разные стороны, тут же расплакался Ефремка, они ему кричат: Ефрем, что ты плачешь, что ты, да вы его достали уже, этого Ефрема, одна ненормальная орет ему на ухо, вторая ненормальная у ребенка перед глазами машет этой шваброй. Вы знаете, вот честно, вот пока эта ненормальная мелкая махала этой шваброй перед лицом у Ефрема, я вот все сидела и думала, вот сейчас она просто этого ребенка этой шваброй ушатает. Еще бы чуть-чуть, и она бы точно треснула этому Ефремке. Светка сидела в этом плане спокойной, другая бы уже отобрала швабру, выключила бы нахрен эту камеру, дала бы ей бы уже
люлей конкретных, чтобы она уже что-то понимать начала, да, не надо говорить, что это же дети, вот эти, знаете, вот эти вот кликуши, да, это же дети. Так почему из-за ваших детей должны страдать все остальные, да, потом эти дети становятся взрослыми, и если ребенок неуправляемый, да, его никто ничему не учит, то представляете, во что, ну так, на минуточку это может вылиться, уже когда этот ребенок становится взрослым. Так учите своих детей, это же дети. Детей учат с 2-3-летнего возраста. Нормальные родители объясняют, что такое хорошо и что такое плохо, да? Уже в 2-3 года ребенок начинает понимать и осознавать. А этой девице уже будет 7 лет. Уже она все прекрасно вкурила и понимает, как и что нужно делать. И вот, знаете, другая бы уже дала бы ей, да, уже вытащила бы ее оттуда, выключила бы эту гребаную камеру, да, испугавшись за то, что одно неловкое движение этой швабры, и она этому ребенку голову просто разнесет. Ну, это была ужасная ситуация. Но нет, Светка сидела, знаете, как эта сонная муха, как будто она там напилась этого снотворного, сидит, чуть живая, господи, ребят, это просто какой-то ужас. Далее, рассказывает про швабру, про то, что лечат зубы, ну да, у них зубы вечно у всех плохие, вечно сыпятся, собственно, ничего удивительного. Эта мелкая тут же орет: мам-мам, 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 трясет перед лицом бедного Ефремки, да, который ничего сделать не может этой шваброй. Уже так и хотелось взять эту швабру и дать уже ей по щам. Вот реально, я вот согласна полностью с моими комментаторами, когда они уже пишут, что это уже, ну, ненормальная ситуация. Что, по идее, да, как бы нормальный ребенок должен вызывать, ну, какое-то умиление. Хотя, опять же, ребят, ну, что значит ребенок, да? Вот маленькие дети, пока они совсем маленькие, там, до года, да, там, ну, до полутора лет, да, они вызывают действительно умиление. Потом уже ребенок, да, так скажем, он, ну, не будет у вас каждый ребенок вызывать умиление. Ну, не будет абсолютно каждый ребенок, да. И вот мы смотрим на эту Дарину, ну, ведет себя, ну, ненормально. И уже ждешь какой-то реакции от родителей, а родители только культивируют в ней вот эти вот все всякие разные моменты. Короче, мамкала, трясла этого ребенка перед лицом шваброй. Далее картина маслом следующая. Уже сидит Виталина, трясет уже не швабру, а трясет уже Ефремку. Бедный ребенок, мне его жалко, вместо того, чтобы мамашка его пожалела, да, Светка говорит: вот, посмотрите, вот я сейчас ему, значит, его там лечила, носик ему капала, носик ему чистила, промывала, а ему эти процедуры не нравятся, вот он тут расплакался, раскапризничал. Так и хочется сказать: чума ты болотная, почему же ты не взяла этого ребенка на руки? Почему же ты не начала своего ребенка успокаивать? Нет, она быстро свалила этого ребенка, да, на плечи Виталины, но Виталина сидит, тоже трясет этого ребенка, как груш. Бедный, этот ребеночек так дышит ужасно, так его жалко, он такой маленький, он такой беззащитный, и уже, по большому счету, он абсолютно не нужен своим родителям. Далее, как всегда, ответы на вопросы, вот этот тупизм, да, не переживайте, говорит Светка, Лешик у нас молодец, Лешик у нас все делает на совесть, ничего не свалится, ничего не развалится. Свет, ты правда считаешь, что мы переживаем? Как у вас там себя поведет ваша мебель, да, ваш ремонт и так далее, да это ваши половые трудности, явно не наши, переживать должны вы. Ну и Светка говорит: ну, то, что высоко, да, друзья мои, именно то, что высоко, вот эти вот ящики, да, этот гарнитур, да, кухонный, ну, ничего, буду, говорит, туда наверх складывать то, что, чем, говорит, я почти никогда не пользуюсь. Ну, собственно, то, чем ты почти никогда не пользуешься, да, можно было вообще с собой не брать. Ну, а то, чем ты хотя бы иногда пользуешься, ну, как ни крути же, придется это и намывать, да, и там и пыль убирать, и влажную уборочку какую-то делать и так далее. Ну, ладно, это не Светкин случай, Светка по этому поводу даже не парится. Далее она говорит: ну, вот сейчас надо будет помыть полы, прибраться, подмести и так далее. Ну, собственно, на этом ролик и заканчивается. Ребят, ну, как всегда, колеса умеют вызвать раздражение у зрителей. Вот такой у меня получился обзор. Пишите, что вы думаете по этому поводу. Оставляйте свои комментарии. Всех целую, обнимаю. Всем пока-пока. И, конечно же, до новых встреч.